Хаймарс вооруженных сил Украины нанес удар по кафе «Аркадия» в оккупированном Донецке, где офицеры российских оккупантов праздновали день вторжения в Украину. Всего в заведении пребывало около 60 человек, и большая часть из них была ликвидирована. Сообщается, что как минимум один или два военных были в званиях подполковника. Российские оккупанты, пытаясь скрыть огромные потери в числе офицерского состава, начали говорить, что там якобы гуляла свадьба, что не соответствует действительности. В то же время российские военкоры подтверждают, что в ресторане были российские военные, и что там все плохо. Только что проезжал мимо места, куда попало. Думаю, что все печально. А я ведь предупреждал, ребята, никаких ресторанов, никаких баров и, блин, кафе под вечер в эти дни. Не послушали меня. Ложись! Уходим! Нормал! Сколько людей находилось в заведении? В заведении, ну, порядка 50-60 человек. Два штуки конкретно. Но я не испугался, сразу рванул, смотрю, дым идет. Приехал сюда, вот мой велосипед стоит, с магазина еду. Парень приваренный, Ярослав, сотрудник этого ресторана. Попытались оказать помощь, ну, понятно, там правая нога, видать, ранена хорошо конкретно, но оказали помощь, вызвали скорую помощь. Вот так с интересными конкурсами российские боевики отметили день вторжения, что внезапно стали мертвыми. Минус 50-60 военных РФ за раз — это очень хороший результат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.